Тони Дункан из штата Мэриленд в США через 2 года после пропажи 7-летней собаки Луны смог найти своего питомца. Подробностями воссоединения хозяина и животного поделились в репортаже Wink News. Питбуль исчез после того, как убежал из дома в ближайший лес, погнавшись за дикими животными. Спустя 2 года Луну заметили на парковке возле супермаркета во Флориде. Она была примерно за 1500 километров от дома. Ветеринары смогли идентифицировать питомца благодаря чипу. Хозяин отправился за ней в тот же день, когда ему позвонили из местной службы по контролю за животными. Неизвестно, как Луне удалось уйти так далеко. Судя по опубликованным кадрам, она узнала своего хозяина и была рада встрече с ним. И эта радость была взаимной.